Всем привет! Сегодня хочу вам снять видео, просто показать малышей, как выглядят малыши бородатых агам разных морф. Вот, в принципе, и рассказать, что они у нас сейчас на продажу, какие они большенькие в месячном возрасте. Вот. Вот это малыш Нормал. Такой пузанчик, он достаточно серый. Вот, несмотря на то, что у него желтоватые ушки, он, когда вырастет, будет сереньким Нормалом. Есть у нас вот такой малыш. Это Хипа. Такой желтовато-рыжий будет, когда вырастет. Вот. И вот эти темные пятнышки, они будут такими голубыми, голубоватыми. Такой малыш Хипа запачкал палец, сейчас я его отмою. Вот тоже будет рыженьким, не сильно темно-рыжим, таким ярким, светло-рыженьким. Сейчас пальчики отмою. Ладно, потом выловлю, отмою. Кто это у нас тут такой? Это у нас Нормал. Вот этот Нормал будет очень ярко-рыжим. Я помню, что это девочка. Вот, очень яркая, очень такая контрастная. Вот. Закрыла глазки, глазки не хочет показывать. Вот тоже пузаночка. О, открыла. Ладно, все равно не видно. Дальше. Вот такой замечательный у нас есть Хипотранс. Просто такой огненный мальчишка. Смотрите, какие пузо синие, ушки какие яркие. Вот какой красавчик. Что у нас тут еще есть? Еще Нормал. Тоже темный малыш, не будет он особо ярким, он будет серым, такой окрас близкий к природному. Вот, вот такой вот Хипа. Вот этот Хипа будет очень желтым, красивым, и у него очень много голубого на боках, прям как у папки. Вот, будет голубобокий красивый малыш. Дальше. Дальше это Транс. Транс сейчас в линьке. Вот, тело затянутое, такое бледное, мутное, непонятное. Цвет вам особо не сказать. Вот. Ну, планируется что-то рыженькое, наверное. Вот. У него вот эти вот вдоль позвоночника пятнышки достаточно ярко-рыжие. Просто сейчас в линьке не особо видно, мутная вся. По-моему, это у нас девочка, если я не ошибаюсь. У нас одна Транс осталась, ящерка. По-моему, это девочка. Вот. Дальше еще Хипа идет. Такая вот ящерка Хипа. Тоже тело в линьке, ничего не понятно. Ну, тоже достаточно ярко-желтая будет ящерка. Так. Еще один Нормал. Этот Нормал будет не серым, он будет таким рыжеватым Нормалом. Тоже достаточно таким интересным по цвету. Сейчас даже серых Нормалов не особо часто встретишь, они даже в детстве, если серые, они очень сильно перецветают. Это у нас, по идее, сейчас по когтям посмотрим. Выглядит, конечно, как Хипа. Но когти черные. Вот, видите? Значит, это Нормал такого цвета у нас интересного. Смотрите, какая светленькая Нормал ящерка. Очень красивая для Нормала. Красота. Красота. Это будет желтый Нормал. Прекрасно. Так, ну это точно Хипа. Это Хипа будет такого цитрусового цвета. Так,
когти белые. Точно, это хиппо. Еще один нормал. Вот. Нормал рыженький. И последняя ящерка. Последняя ящерка хиппо. С хвостика кожа слазит. Надо помочь долинять. Вот видите? Сейчас поможем долинять. Такая вот хиппо ящерка. Вот у них тусовка. Там кормушка. Она еще пустая. Сейчас минут 20 пускай прогреются, покормим. Вот, сидят, греются. Все, похвастались малышами. Всем пока-пока.